Всем привет, дорогие мои! И очередная коробочка за казиком. Тут, конечно, очень много. Давайте начнем по порядочку. Ламинирующий шампунь. Очень такой клевый, классный. Жемчужный цвет у него. Он действительно вместе со всей линейкой. Три тут составляющих, да. То есть бальзам идет, шампунь идет и сыворотка для волос. Очень хорошо все вместе. Действительно, волосы мягкие, хорошие такие. Действительно, есть вот этот легкий ламинирующий эффект, который нужен. Артикул 10.083. Вот всю линейку целиком мне очень понравилось. 400 мл. Он идет большой. У него очень яркий аромат. Он очень хорошо пенится. В общем, заказываю его уже в третий раз. Да. Дальше, конечно же, пена для бритья. Восьмой элемент с очень классным ароматом. 6801 – это свекру. Далее, давайте посмотрим с вами чек. Чек у меня на 18 тысяч рублей. Такой вот прям большущий. Да, это мы тут отмечали. Все ли в наличии. Все заказано много-много-много позиций. Но я оставила по одной, чтобы не захламлять. Чтобы эти три коробки у нас с вами были одной коробкой. Итак, в первую очередь, конечно же, это позитив, ароматический диффузор. Он выглядит таким вот образом, очень красивым. Больше всех мне нравится. Называется Daisy Water Positive. Вот такая красота. Он идет с артикулом 10.059. Вот у него и состав, и все. Очень классный аромат. Нежный, легкий, суперский. Палочки заказываются отдельно. Но у меня есть старые палочки. И я один раз, вот год, уже, наверное, два года назад заказала. И просто меняю из тех в эту, переставляю, и все. И красота. Диффузоры на постоянной основе. А палочки из одной в одну. Тут у нас чек еще на 17 тысяч. Тут идут коктейли Wellness, как видите. И купончики были. Купончики я уже все истратила. Далее на 10 тысяч чек. Тут крем для лица Малофтилин. Я заказала много штук, 15 штук получается. И двухфазный питательный спрей для всех типов волос. Салон Кея, 3 штучки. Салон Кея мне очень нравится. Но его я заказала нашей дочери младшей. Ей 11 лет. Артикул 8214. Видите, он идет двухфазный. Но если его перемешать, то он становится однородным, и можно таким вот образом наносить уже на волосы. Волосы очень сильно хорошо питаются, становятся мягкие, нежные, легкие. Ой, какой сильный вкусный аромат. Боже мой, как он мне нравится. Почему заказала взрослый? Потому что детского не было в наличии. И, в принципе, волосы у нее довольно таки длинные. Поэтому я решила, что и этот подойдет, пока того в наличии нет. Вот такой вот Малофтилин. 15 штук я взяла. Да, сколько-то мамам, сколько-то папам, сколько-то себе, сколько-то детям. Это очень крутая штука, судя по аннотации. И по действию тоже очень великолепный. Он идет как типа крем для ухода за кожей лица и тела. Предохраняет от потери влаги, повышает жизнеспособность клеток, активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи, но на самом деле им лечат все. Почему? Потому что у него в составе идет натуральные масла макадамии, и жажаба, буррити, кедр, масляные экстракты конского каштана, календулы, облепихи, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро, депантенол, мумиё, ионы цинка и меди, витамины Е и Ф. В общем, очень крутая штука. Он такой очень жирненький. Запах у него как у обычного детского крема, вот знаете, ранешнего из аптеки, такой вот у него запах очень интересный. Он реально очень круто увлажняет и заживляет все прыщики и так далее. Именно его я люблю делать в перемешку с нашим Signal One и наносить на лицо, если есть какие-то воспаления и так далее. Артикул 70912. И кому я дарила, они потом просят, чтобы я им его заказала. И говорят, ты специально даришь все самое лучшее, чтобы мы потом это все хотели. Далее, такие вот коктейльчики. Клубники очень долго не было наличие. Я обожаю коктейли клубничные. Перебивалась на смородиновом, но клубничный мне нравится больше всего, конечно. Артикул 156.51 у клубничного. И еще заказала банановый, потому что банан с шоколадом на завтрак, это очень вкусно. Я кладу пол ложечки того другого, выпиваю, ну очень вкусно. Артикул 157.37 наши коктейли. Это просто кладезь витаминов, это во-первых. И во-вторых, идут всего 98 калорий. Идут с антиоксидантами, с белком и с коллагеном плюс клоактив. Клоактив – это сжигающие компоненты. Состав у него просто обалденный, как вы видите, да, вот кто особенно понимает, тот, конечно же, сразу же поймет. Вот этот вот очень крутой состав, можно поставить на паузу, да, посмотреть. И вот такой вот длиннющий список витамин. Очень круто, классно, и, конечно же, с таким коктейлем можно только всем здоровья пожелать. Дальше, такие вот кофточки ко мне пришли. Это новинки, я их еще заказывала по VIP, но они упали в автозаказ, поэтому очень долго мне шли.
Смотрите, какой красивый, классный цвет. Серый такой, приятный. Это у нас футболка в размере 2XL. Состав 92 хлопок, 8 эластан, артикул 870-949. Такая вот красоточка. Это идет обычная футболочка. Мне кажется, был бы размер, там, например, больше, можно было и мужу заказать. Обычная, среднестатистическая, очень плотная, хорошего качества футболка. Она реально плотная, она реально хорошая. Все тут шовчики, все тут соблюдено по стандартам, да, качества. Тянется великолепно при сильной натяжке. Конечно, вот вы бады все видите. Вот, но это, конечно, при сильной натяжке, так мы ее на теле не натягиваем. Довольно таки плотненькая, тяжеленькая, отличная. Просто вот обычная, классическая, хорошая футболка. Следующая футболочка идет такого вот цвета. Тоже очень красивый, приятный цвет. Состав идентичный предыдущему. Просто вот такая красота. Артикул у нее 870-895. Свеженькая такая. Она уже идет с длинным рукавом. Тоже очень приятно. Для тех, кто мерзнет, вообще здорово. Мне нравится. Супер, просто супер. Еще идет вот такая вот футболочка. Футболка Long Sleeve. Артикул 870-889. В размере тоже 2XL. Очень такой сочный, приятный, красивый такой цвет. Мне понравился. Да, вроде бы как близок к пастельному, потому что он такой не супер-мега яркий, да, но яркущий получается вживую. Вроде как цвет у него, да, не супер-мега яркий, но ярковат. Красивый такой цвет, гранатовый, очень такой приятный. Дальше, что я заказала дальше? На подарки, правда, уже 5 штук подарила патчи Айсеул. Мне тут кто-то грибочки, кто-то зелень принесет, кто-то еще что-то. Ну, со своего огорода шпинат очень много мне принесли. У меня своего огорода как бы есть, но нету, я там ничего не сажу. Все равно чего-то свойского ход сам. Свекровь мне тут грибов привозила, зелени, помидорок. И много кто еще привозил. Швея моя привозила, которая мне одежду на заказ шьет. И я им всем дарю и такие вот патчи. Они очень довольны. Говорят, нет, нет, денег не возьмем. Я тогда, хорошо, ты мне подарила. Подарила свой труд, я тебе подарю тоже свой труд. Потому что я же с трудом деньги зарабатываю, не просто так они даются. 0946, это патчи прям мгновенная, прямо растяжка всех морщинок идет. Тут такой состав офигенский, конечно. А вот эти патчи, они тут такого пролонгированного действия. Сразу же освежают взгляд, вроде бы все хорошо, но если им пользоваться каждый день на постоянной основе, потом долго морщинки не возвращаются. Вот это мне, конечно, тоже очень-очень-очень понравилось, да, и состав тут тоже такой довольно-таки богатый. И хлорелла, и комплекс пептидов, экстракт гнезд салангана. В общем, что только нету, да, у нас тут. Так, ну, это все, как вы видите, патчи и диффузоры позитивные, да. Дальше, значит, что у меня тут идет? Это сахар-контроль. Пью его на постоянной основе 158-36. Снижает тягу к сладкому, поэтому я, конечно, очень довольна такими БАДами. Потому что они, на мой взгляд, прям работают хорошо. И мой доктор их, конечно, хвалит. Второе, это поддержка суставов. Вот сейчас начинаю пить суставы, потому что опять у меня разболелась коленка. Я уже и забыла, что такое суставы, когда пропила коллаген, когда пропила вот эту красоту с артикулом 158-33. И я не помню, когда я его пропивала. Может быть, уже месяца 4 прошло, а то и 5. Но точно меньше еще полугода. У меня вообще ничего не болело. И вот сейчас опять начала болеть коленка, которая была оперирована. Вот так вот. Поэтому буду догонять тех, у кого не болит, как говорится. Так, дальше кардио. Ну, это обязательно моя дочка пьет практически на постоянной основе с очень маленькими перерывами. Артикул 158-41. Она у меня после операции на сердце. Я вам уже это рассказывала. Так, это еще один сахар-контроль. Поддержка печени. Это у меня заказали. У человека очень сильный псориаз. Я, к сожалению, знаю, что это такое. У меня тоже иногда бывают высыпания. И, конечно, нужно начинать обязательно с печени. Псориаз – это такое аутоиммунное заболевание, да, такие красные пятнышки. Почему? Потому что где-то что-то, ну, грубо говоря, засорено в организме, и организм уже не справляется, поэтому все выходит наружу. Поэтому нужно постоянно следить за своим здоровьем. Как доктора говорят, что люди с псориазом – это люди, которые, ну, обречены быть здоровыми. Да, Block Spain – противовоспалительное, жаропонижающее и плюс ко всему болеутоляющее. Артикул 158-13. Тоже природная такая, очень классная штука, как вы видите, да, тут и мартини душевная, и оликопептан. В общем, состав очень классный. Биоперин, все это усиливает дело, да, экстракт черного перца, не сам черный перец, а экстракт. Дальше, антифунгал, это противогрибковая штука, плесень, грибки, вот это все, что может вызвать потом
кое-что злокачественные, да, не будем говорить слух, говорят, нельзя это говорить. Поэтому обязательно его пропили мы с мужем. Но я же заказывала пару штук, поэтому он быстро закончился. Ни дочкам, никому не досталось, ни родителям, поэтому еще буду заказывать. Куинзим Q10. Его я заказала побольше штучек. Ну, я думаю, вы видели в чеке. Да, это срок жизни наших клеток. Я его пью, ну, практически на постоянной основе. Дальше. Парфюмерочка Алхимик. В прошлый раз я немножко ошиблась. Оказывается, она идет 30 мл. Очень мне понравилась. Она идет свежая, зеленая. И после вкуса у нее немножечко горчинка. Легкая-легкая мха. Не как в Арванте. А вот, знаете, чуть-чуть. Очень классная. Артикул 33.2.0. И далее маска Detox для лица с древесным углем. Буквально вчера ее делала. Очень она мне понравилась. Артикул 0.2.76. Безумно классная маска. Прям вообще и цвет преображает, и освежает, и столько лет я ее заказываю. Она одна из моих таких вот фаворитов. Но у нее есть, конечно же, сильнейший недостаток. Она из черной глины, конечно же, с черным лицом ходить по квартире. Ну, мне наплевать, например, но я где-то почешу глаз. Я забываю, я могу где-то размазать, где-то заляпаться и так далее. Поэтому я мою голову, наношу маску на голову, и потом умываю лицо и наношу маску на лицо. А потом уже моюсь, там еще что-то. И получается, время как раз проходит. Я все вместе, обе маски, в общем, и на волосах, и на лице я смываю. В общем, маска Detox для лица для меня это только в ванной, и я ее ставлю в ванной, и работаю с ней только в ванной. Причем она идет с комплексом еще и на Вовтемо 2. У нее артикул 0276. Вот такая вот у меня коробочка с заказом. Очень клевая и классная. Ну что ж, всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео.